Радий представити гостю нашої студії Марія Приходько, головний спеціаліст інгульського відділу обслуговування громадян. Доброго ранку вам. Доброго дякую, що вам. Ви з нами. Отже, якщо ми говоримо зараз про пенсійні реформи, вже з першого числа наступного місяця плануються певні зміни. А якщо говорити про них, чи вже зараз це затверджено, чи ні, і чи буде перерахунок пенсій, так як планується? Ви дуже хорошо задали вопрос. Абсолютно вірно. В чому суть іменно? Суть в тому, що дійсно закон, поки що о ньому говорять, но на даний момент він ще не підписан. У нас в країні багато чого так є. Про багато що говорять, але, на жаль, воно не підписується або підписується в останній момент. Да, на даний момент, к сожалению, оно ще не підписано, поэтому мы пока что можем говорить только лишь о законопроекте, о том, что планируется, что предполагается и что возможно будет. Якщо говорити все ж таки про цей законопроект, які зміни стосовно нього відчують українці? Чи це позитивні для них зміни, чи негативні? Ну, позитивные или негативные, для части населения это будет позитивное, для части населения это будет негативное. Главные все-таки принципы, навіщо его приймати, по сути, яка відмінність від того, що вже є? Смотрите, в чем разница? Мы говорим о том, что какой, допустим, применялся средний заработок по Украине. Для большинства пенсий, которые были назначены до 2008 года, применяется средняя заработная плата по Украине в размере 1197 гривен 91 копейка. На что это влияет и как это отражается? Отражается это на том, что получается, как начисляется пенсия. Идет обычная математическая формула, то есть берется коэффициент заработка, умножается на среднюю заработную плату и умножается на коэффициент стажа данного пенсионера. То есть средняя заработная плата играет роль в формуле. Соответственно, что она отражается на итоговом размере. Так как средний применяется на данный момент 2007 года, он составляет, как я сказала, в сумме 1197,91, предполагается изменение вот этой средней заработной платы. Они хотят за средний, который суммируется за последние три года, за 2014, 2015, 2016 год, в сумме 3764 гривны 40 копеек. Но это если мы говорим сейчас о пенсионерах, которые уже получают, то есть у них будет перерасчет их пенсии. Как быть? Планируется перерасчет. Ну, планируется, да, будем называть вот эти у нас сейчас понятия. Можно, да, еще? Секунду, да, расскажу, да. Пример, как это именно отражается. Давайте. Смотрите, если, допустим, пенсионер, назначенный в 2008 году, со средним заработком 1197,91, у него, допустим, это был шахтер, у него назначается пенсия в размере 3311 гривен, и она сейчас так ему платится в этом размере. Если такой же самый пенсионер с такими же самыми коэффициентами заработка, стажа, уходит на пенсию в 2016, его уже пенсия будет составлять 8446. То есть так как там средняя заработная плата применялась за 7 год, а то, что они сейчас хотят изменить, они хотят взять этот заработок, который будет применяться за последние 3 года, то есть за 2014, 2015, 2016 год. То, что планируется. Соответственно, что планируется повышение пенсий. Смотрите, теперь по поводу повышения еще такой вопрос. Те, которые получают пенсию, будут получать ее также по старому или будет перерасчет и для них, и для тех, кто сейчас уходит на пенсию? Те, кто получает пенсию, у них планируется повышение пенсии, а те, что касается именно новых назначений, там тоже вносятся изменения. На данный момент для того, чтобы назначить пенсию по возрасту, надо как минимум 15 лет стажа. Планируется изменение стажа. С 1 октября хотят внести изменения и сделать минимальный стаж в размере 25 лет. То есть для женщин по шкале это движение как было, так они шкалу и оставляют, но они меняют требования стажа с минимального 15 увеличения до 25 лет. Но как вы понимаете, что не у всех, к сожалению, граждан у нас есть... Тем более сейчас, в частности, скажем так, многие работают без официального трудоустройства. Абсолютно верно. И еще такой момент добавлю, что это повышение стажа планируется в таком размере постепенно. Сначала это было 25 лет, но они хотят норму поднять до 35, до 2028 года. То есть каждые 12 месяцев будет количество стажа увеличиваться на 1 год. То есть если, допустим, сначала это будет 25 лет, то потом это будет 26 лет в 2019 году, в 2020 году это будет 27 лет, и к 2028 году это уже будет 35 лет. Ну, то есть, по сути, народная хохма, что до пенсии не доживем, а по сути обретает какой-то уже документальный принцип. Нам с вами, я думаю, уже будет очень тяжело дожить. 35 лет стажа еще нужно, еще заработать. Самое главное, чтобы еще остаться при уме и при физической форме. Да, и при этом еще добавлю, что это для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. А можно, допустим, будет уйти, есть такая альтернатива, как можно будет уйти на пенсию в 63 года. Что для этого надо? Да, вот в чем этот принцип будет заключаться? Это если, допустим, человека, вот мы говорили о том, что нет 25 лет стажа. Это граждане, у которых стажа будет от
15 до 25 лет. И точно так же. То есть есть возможность еще чуть-чуть доработать? Да, во-первых, еще чуть подоработать, естественно, что эти граждане идут в 63, то есть как бы, ну, немножко будут иметь возможность позже уйти на пенсию. От 15 до 25, и постепенно точно так же эта шкала будет увеличиваться. До 2028 года она постепенно увеличится до 25 лет, эта шкала. То есть эти граждане смогут уходить на пенсию в 63. Давайте еще расскажу по поводу того, что есть такое понятие, как можно доплатить за стаж. Да, вот мы несколько раз уже в предыдущих эфирах говорили, вот сейчас, если не хватает этого стажа, сохраняется эта норма, то есть доплатить за свой стаж? Вот с 1 октября то, что они планируют принять, да, они планируют, но они ставят ограничение, что можно будет купить не более 5 лет. То есть максимум 5 лет можно будет купить. То есть больше, но при этом они ставят еще такие рамки, что если, допустим, ты покупаешь один год, ты платишь за каждый месяц в двойном размере. Уже какая интересная экономика получается. Для того, чтобы получить пенсию, нужно еще ее купить. Ну, смотрите, если, допустим, человека не хватает стажа, и он хочет в данный момент пойти на пенсию, учитывая, что эта пенсия будет ему пожизненная, то некоторым гражданам это выгодно. Купить, допустим, год или два, и таким образом уйти уже сейчас на пенсию. И смотрите, если будет все-таки ситуация, когда этих 5 лет, по сути, они не спасают ситуацию, то есть можно докупить 5, а это все равно не хватает до нормы, да? Которая будет на то время, когда человек выходит на пенсию. Как быть в таком случае? Смотрите, если, допустим, у человека вот всего 15 лет, в таком случае он может идти на пенсию в 65 лет, при условии, что у него есть 15 лет стажа. Давайте поговорим еще о том, если нет 15 лет стажа. Да, еще может быть такое. Такие случаи тоже бывают. Мне интересно, мы дойдем сегодня и до того, что вообще нет стажа. Да, если нет стажа, в этом случае назначается пенсия уже не в пенсионном фонде, а в управлении социальной защиты. И это уже будет назначаться пособие, и оно будет зависеть не от заработков, не от стажа, а от общего дохода семьи. То есть это будет назначаться уже пособие в социальной защите, если нет 15 лет стажа. Сумма это намного меньше, нежели минимальная, например? Как правило, это идет одинаковый размер, что в социальной защите, что в пенсионном фонде. Ну, как правило, так. Как будет на тот момент, когда они подпишут законопроект? Никто еще пока не знает, потому что никто его еще не подписал. Но теперь давайте поговорим, если меньше 15, как здесь быть? Или это вся вот, все в страховой уже? Суть в том, что надо зарабатывать стаж. Чем больше стажа, тем больше вероятность уйти раньше времени на пенсию, иметь более высокий размер пенсии. А если раньше на пенсию, если у человека есть уже нужная норма, да, стажа, можно раньше уйти будет по этому закону? Смотрите, законопроект не исключает вариант шкалы отодвижения женщин раньше выхода на пенсию. То есть как женщины шли по шкале отодвижения, так они дальше идут. Единственное, меняются нормы требования по стажу. Вот это единственное, что нормально. Как по мужчинам? Мужчины... Мужчины как шли в 60, так они и шли, но тоже так они идут, но, опять-таки, мы проговорили о том, что для того, чтобы идти в 60, надо иметь стажа как минимум 25 лет. Опять вспомним о том, что... Ну да. А если вдруг меньше? Поэтому, как видим, на самом деле целая игра, в которую нужно еще вникнуть, этот законопроект вносит много изменений, новшеств, вместе с тем, что есть одно позитивное, то, что повышение идет ставки, но при этом появляется очень много, скажем так, условий этой игры. Поэтому, друзья, вникайте в эти нововведения. Я так понимаю, что уже с 1 октября, по идее, он должен заработать этот закон. Ну, как они говорят, и как везде рекламируется, что он должен заработать. Еще хотела бы сказать о том, что как граждане, допустим, могут отследить в первую очередь, есть ли в них вообще стаж? Мы очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, что у человека есть запись в трудовой книжке. К примеру, допустим, он работал с 2010 по 2015 год официально, ну, как ему сказали, на предприятии. Это, допустим, было частное предприятие, красивая запись, с печатями, с подписью, все отлично. Человек приходит нам оформляться на пенсию, мы открываем, а отчисления за 5 лет не было. Как быть, во-первых, в такой ситуации, что, как поступить? Ну и, конечно же, как отсмотреть, промониторить? Во-первых, сразу скажу, что все отчисления, начиная с 1 января 2004 года, весь стаж, извините, берется только по отчислению в пенсионный фонд. Соответственно, что если нет отчисления в пенсионный фонд, то за этот период уже стаж не пойдет. Обращаться стоит на это предприятие или каким образом решать эту проблему, по сути, которая возникла у человека? На предприятие обратиться можно. Ну, конечно, не гарантия, что за 5 лет назад они вернут деньги. В этой ситуации, я вам скажу, 5 лет, как правило, человек теряет из стажа. Но как это можно было предупредить? Это можно было отследить. И с 2012 года действует система веб-портал.
Что это за система веб-портал? Система веб-портал позволяет именно гражданам отследить именно отчисление в пенсионный фонд. Как оно производится? Угу. Как эту систему... Как получить, во-первых, доступ, что самое интересное, и кто имеет возможность получить его? Вот, это, кстати, хороший вопрос задали. Что это может сделать каждый лично, только лишь за себя. Для чего это делается? Для того, чтобы, ну, скажем так, любой недоброжелатель не мог посмотреть твои отчисления в пенсионный фонд, твои заработки и тому подобное. Поэтому даются лишь персональные данные. Для этого надо прийти один раз в пенсионный фонд, написать заявление, при себе иметь при этом паспорт и код идентификационный, написать нам заявление, и вам при этом присваивается электронный номер. На основании этого электронного номера, с помощью него вы заходите в систему доступа веб-портала, регистрируйтесь на нем, и после этого вы можете спокойно отслеживать все отчисления в пенсионный фонд, суммы заработка, в каком размере, за какие периоды завошли отчисления, какие периоды не шли. И таким образом вам уже, скажем так, более станет ясно, и это скажем так, еще такой момент. Это могут делать не только пенсионеры, но и молодое поколение. Потому что молодому поколению в дальнейшем точно так же надо будет идти на пенсию, и они должны знать. Видеть уже сейчас, есть. Да, на данном момент, есть ли у них вообще стаж. И я бы каждому рекомендовала зарегистрироваться на веб-портале и пользоваться этой системой. Куда и как обращаться? Да, вот что самое главное теперь, потому что в интернете-то найти сайт не сложно, а вот отделение уже, соответственно... Для этого надо прийти, как я сказала, один раз в пенсионный фонд. Мы находимся по адресу проспект Октябрьский, 55Е, 4 этаж, 404 кабинет, при себе иметь паспорт и код, написать заявление на регистрацию на веб-портале. Это все. Вот так, все просто, один раз, и потом можно уже никуда не уходить, не выходить, можно даже заказывать электронно все справки, которые нужны через этот же веб-портал. Полностью справки ОК-5, можно будет записаться на прием лично, можно какие-либо задавать вопросы, просматривать свой размер пенсии, смотреть, когда у вас есть право на перерасчет. В общем, все интересующие вас вопросы можно задавать через систему веб-портал. Это очень удобная система. Спасибо вам большое за то, что сегодня провели такой небольшой ликбез для всех, кому интересны эти новые реформы, эти нововведения. Я для себя тоже сегодня очень многое открыл, скажем так, как наше правительство выдумывает новые рычаги давления на население, но все-таки радуемся тому, что, возможно, хотя бы пенсию повысят.